Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре вот такой вот замечательный смеситель фирмы LEDEME. Фирма это китайская, но это Китай не подвальный, это вот именно чисто китайская фирма. Фирма это у нас уже давно выпускает эти смесители, и в принципе на рынке они себя зарекомендовали. И цена у них в принципе, можно так сказать, шоколадная. Потому что вот у нас в Киришах, если поехать там в любой магазин, там в тот же самый Вимас, либо в Строитель, то обыкновенный кран, вот этот кран в ванную, ну, на раковину. Также этой фирмы есть краны для кухни. Для кухни краны есть как простой кран, и есть совмещенный вместе с фильтром для воды. И также смесители вот именно для ванны. Чем вот эта фирма, вот эта линейка так хороша? Во-первых, она хороша тем, что у нее просто сказочная цена. По той цене, которой стоит вот этот смеситель, у нас в Киришах вы купите, ну, такой среднячок. Скорее всего, он будет силуминовый. И может быть даже, кстати, дороже. Ну, давайте распакуем и посмотрим. Да, и самое главное, что я хотел сказать, этот смеситель изготовлен полностью из нержавейки. То бишь, если у нас силумин, то он у нас, во-первых, может лопнуть, треснуть, коррозия, все дела. Это чистая нержавейка, которая не подвержена ни коррозии, ничему. Ну, как тут у нас, как видите, у нас... Производитель утверждает, что здесь нет свинца. Ну, в принципе, его тут и быть не может, потому что это нержавейка. Ну, давайте распакуем, посмотрим, что нас здесь ждет. Бумажки. Все у нас на русском языке. Как это устанавливать, вам знать не надо. Это я буду делать сам. Ну, китайцы молодцы, конечно. Постарались. Всякие там... Заманушки красивые, да, сделали. Смотрим, вот сам смеситель. Да, я не утверждаю, что он самый лучший за свои деньги. Конечно, если вы купите Грою за 15-20 тысяч, Гроя будет, конечно же, лучше. Вот так вот он у нас, видите, полностью из нержавейки. Тут, получается, покупаем, ставим. Брак обычно у них минимальный. И единственное, что если он где-нибудь потечет, то он потечет сразу. Если не потечет, то будет служить. Чем он отличается, допустим, от очень дорогих кранов? Вот какой вот у него все-таки есть минус, который я заметил? Минус у него один. Это, наверное... Он все-таки немного шумнее, чем, допустим, та же какая-нибудь Гроя, либо какой-то массивный, здоровый, толстенный, латунный. Ну, что вы хотите за такую цену? Вот его цена, вот этого крана, до 2000 рублей. Ну, грубо говоря, 2000 рублей вот за этот кран. Гроя будет стоить намного дороже. Так, без ключа не получится открутить. Ну, ладно. Там, в принципе, ничего интересного. Смотрится-то он вот так, красивый, да? Мне нравится. Смотрим, что же у нас идет дальше в комплекте. Идет гибкая подводка. Ну, я бы на самом деле подводку гибкую рекомендовал, наверное, все-таки поменять. Но это на ваше усмотрение. Крепление. Да, крепление, конечно, не самое лучшее. Видно, что металл тоненький, рукой, ну, если постараться, можно прожать, но свою функцию выполняет исправно. Ну и комплект прокладок идет. Все, очень приличный, красивый, вполне достойный кран. Вот такие вот краны выбирают для себя сантехники.
Вот этот кран сейчас я поставлю себе. Меня устраивает относительно хорошее качество этого смесителя. Ну, намного лучше, чем за те же деньги, потому что вот у нас в наших магазинах Силумин за эти деньги могут продать. Меня устраивает качество, дизайн и цена так вообще меня радует. Вот что я вам хотел сегодня показать. Все, всем до свидания. Ну вот, друзья, вот так вот он у нас выглядит в установленном виде. Ну не красота ли? Ну, по шумности, вот слушайте, шумит он вот так. Шум, потому что он все-таки там внутри пустотелый. Потому что кто будет столько нержавейки тратить для такого бюджетного, в принципе, крана. Но все отлично. Вот так вот это выглядит снизу. Так, одну секунду. Вот так вот это все наскрипится. Вот такая вот у меня дома красота. Ну, теперь точно. Всем пока.